Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dance the Man. Так, заходим в костюм машина. И давай-ка мы с тобой попробуем что-нибудь вытащить полезное и хорошее для нас. Вы получили берсерк, кстати, это очень круто. Берсерк нам пригодится. Так, больше времени. Тоже, кстати, хорошо. А тут талон на костюм. Так, у меня 2 из 3. Блин, нужно еще надо, чтобы получить. И вы получили костюм. Ё-моё. Слушай, ну это круто, попробовать, говорят мне. Так, все, жетоны закончились, да, по-моему? Так, друзья мои, ну, как вы понимаете, у нас 57 гемов. А это говорит о том, что мы с тобой можем прокачать что-нибудь нашему персонажу. Так, Рэйчик, что бы нам сделать? Лучший комбо, наверное, да, прокачать? Смотреть. Тынь-тынь-тынь. Вот как оно выглядит. Слушай, я думаю, наверное, так и сделаем. Есть. Ну, все. Отлично, друзья мои. Получил я все эти жетоны и, как говорится, гемы за просмотр, как обычно, ребята, рекламы. Ну что же, мы отправляемся с вами на историю. Студеные равнины, наверное, все-таки будем дальше проходить с вами, да. Остановились на последней, по ходу дела, миссии. 2-3, поехали. Так, улучшить мы ничего не можем. Только, как говорится, вперед из песней. Так, главное все это вспомнить дело. Блинная схватка с боссом в минус 30 градусов. Так, и что? Прыжочек. Так, ладно, здесь все легко. Просто перепрыгнуть нам надо. Ой, тихо. Тихонько, не надо меня тут подбивать. Опачки. И что? А, надо бежать, сломя голову. Все, я понял. Так, ну что, давай посмотрим. Да иди ты. Да я говорю, отвали. И ты тоже отвали от меня. Всех забомблю здесь. Да куда ж ты толкаешься, а? Ты посмотри, что делает. Да ну. Завязывай давай. Всех туда вот. В электричество. Ничего себе ты. Воу. Из-под тишка вылез, понимаешь ли, здесь. Так, аккуратненько. Здесь нам надо прыгать. Плюс еще у нас исчезают вот эти вот основания. Как бы нам тут сделать? Так, давай, ладно, сделаем так. Так, так. И наверх. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь перекусить, а? Хоть капельку. Так, мышь летучая, вали отсюда. Мне совсем бы капельку перекусить. Так, а здесь, смотри, аккуратно, здесь шипы наверху. И это все надо с тобой нам пробежать. Опа, еще и комочки. Блин, я, по-моему, сейчас сам себя подобью. Давай посмотрим, что у нас тут. Сердечко, спасибо вам большое. А вот здесь, мне кажется, будет битва. Конечно же, и начинается с комочков, все. И плюс ко всему прочему, тут еще и со снежками. Оу. Давай, 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 вали отсюда, ты нам тут не нужен. Ты тоже вали отсюда. И ты... Так, уходим, да блин. Пошел прочь отсюда. Так, этот у нас тут остался, да? Ну и что ты выпендриваешься? Тут надо их очень быстро бомбить. Как говорится, комки эти не начали... А они начинают их постоянно все время бомбашить. Да идите вы! Достали уже в корень. Так, наверх. Окей, опять вниз. Вот таким вот образом только и получается их бомбить. Ну что ты там бегаешь от меня? Все? Справились, слава богу. Так, и двигаемся с тобой дальше. Чекпоинт, слава богу. Так, дай-ка я, наверное, вот этот сундучок... Ой... Кушенечек подобью. Монетки пригодятся. Опа. Так, теперь наверх. Сюдашеньки. Так, там у нас летучие мыши. Так, ну что, мы с ними разберемся, я думаю, здесь. А если я сюда прыгну? А зачем мне здесь? А, погоди-ка, может быть, тут что-нибудь будет лежать. Курочка, например, она тоже не будет лишней. Так, ну что, наверное, нам надо двигаться дальше с тобой. Зачем ты, блин, прыгаешь на эти шипы? Так, а здесь? Здесь нам надо перепрыгнуть. Вот так вот сделать. Тихо-тихо-тихо. Слушай, ну там тоже, наверное, какая-то вкусняшка. А как мне, интересно, ее взять? Я, кажется, понял. Нам нужно с тобой здесь очень быстро сделать.
гемчик какой-то я взял. Телевизор, посмотрим. Еще одно сердечко у нас full HP. И мне кажется, что сейчас будет битва. Бой, воу. Тихо, тихо, подожди, 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 амбалы. Блин. Я не могу здесь ничего сделать. Так, ладно, давай внизу, наверное. Да, твой налево прицепился. Слушай, куда бы я ни вставал, они везде. А этот еще за мной и прыгает по пятам. Ну давай, иди сюда. Хе-хей. Слушай, а почему он там в этих, в электричестве и ничего не делает? И как мне интересно его подбить? Да ладно, а как ты сюда запрыгнул, извини меня? Вот туда и лети. Так, посмотрим. Опа, опа, опа. Этот сразу, конечно же, начинает стрелять. Давай, прыгай сюда. О, нормуль я его подцепил. Давай, иди, иди сюда, прыгай. Давай, прыгай сюда ко мне. Блин, смотри, какой он жук, а. Да, ну, это плохо, плохо, ребят, так может. Давай. Ну. Так, ребят, это аккуратно, он же тоже может бомбить. Слушай, нет, ну, вопрос действительно интересный. А как мне вот их подбить? Они там стоят. Так, 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 отлично. Оу, 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 оу. Нифига себе, огнеметчики сразу же тут еще вышли. Давай его бомбить. Так, эту турель тоже. Есть, у меня получилось. Тут все очень надо аккуратненько, друзья мои, делать. И главное, что быстро, понимаешь? Чуть-чуть замешкался, и вот такая вот канитель тут происходит. Уходим, 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 срочно. Давай, 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 давай. Да блин, растерялся. Раз, два. Так, отойдем. Пускай они сюда сами ко мне прыгают. Вот, 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 об этом я тебе и говорил. Вот сейчас было идеально сделано. Так, пускай эта ерунда ко мне сюда поднимется. Теперь смотри, теперь я должен быстро все это сделать. Вот как раз до того времени, когда он начинает стрелять. И то же самое здесь касается. Видишь, он сразу готовится к стрельбе. И то же самое вот здесь вот. Уходим, уходим. Теперь проблема внизу, вот с этим огнеметчиком. Пока даже ума не приложу, как нам его подбить. Но надо нам... Уходим. Так, пускай он там жарит свой, включает огнемет. Слушай, а может быть его пробить, если только суперударом? Тихо, тихо, тихо. Оп, уходим. Да ну, блин! Сейчас доиграюсь, по-моему. А как эта чувиха-то подохла, я не понял. От чего вдруг? Я, честно говоря, не врубился. Но я вижу, что ее там нет уже. Тихо. Сразу врубает свой огнемет, сразу же, прикинь. На! Уходим. Сейчас я с этим разберусь. Надеюсь, быстренько как-нибудь. Оу! Не могу его пробить, понимаешь? Вот! Что-то уже получается. Раз, два, отлично. Готовченко, парень. Мне говорят идти дальше, но я пока не пойду. Я хочу вот с этим вот разобраться, который наверху. Вот с этим вот пройдохой. Где он там? Готов, да? Вот теперь можешь спокойно душой идти. Чекпоинт, слава богу. И у нас магазин. Что там у нас? Что-то мне показалось, зашелестело. В магазинчике что у нас предлагается? Сердечко и гранатомет. Я, наверное, возьму, ребят, сердечко. Хотя, возможно, надо было брать и гранатомет. Ну что тут опять за приколы? Вообще, лучше всего ресалка на самом деле, да? Ну и... Ага. В плане... Опять подарки? Нет. Воу-воу-воу-воу. Так, хорошо, для чего это все сделано? Что он будет делать? Подарки свои бросать, нет? Опять подарки, значит, он должен рано или поздно приземлиться. Перегрев-то у него будет ведь? Оу. Уходим, уходим, уходим. Будет у тебя перегрев или нет? Слушай, мне кажется, здесь что-то немножко по-другому. Ага, есть все-таки перегрев. Долго я его так буду бомбить-то, если честно. Так, электричество опять, да, сейчас будет влуплять в меня? Куда он полетел?
Ох, ничего себе, что-то новенькое. Понятно. Бесполезно его там бомбить. Что он там сейчас делает? Опять подарки. Опять свои подарки он тут врубает. Ну, здесь все пока легко и просто. Вот. Перепрыгиваем и все. Ждем перегрева. Вот он перегревается. Попробуем сейчас с тобой. Ну, в принципе, ребят, я не знаю, сколько у него здесь фаз будет, если честно. У него же, как обычно, у каждого босса есть определенные фазы. Первая, вторая, третья. Я думаю, что сейчас... О, напруга, напруга пошла. Успел я увернуться. Жалко, конечно, что я его не могу в воздухе побить. Опа, начались, начались приколы. Ай-яй-яй, задел меня. Да чтоб тебя, блин, он меня сейчас так шлепнет. Эй, блин. Где ты там? Зашибись, у меня здоровье осталось. Ни подпитки, ничего нету. А что это с ним? А что это он вдруг перегрелся-то ни с того ни с сего? Я его вроде бы не бомбил. Так, ну что, половину здоровья мы у него отняли. Но это еще далеко не конец. Пошла напруга. Ага, увернулись. Что, опять подарки? Нет, ребят, не подарки. Да, господи. Ух, повезло-то мне. Он какой-то непредсказуемый. Зачем так надо было делать, Рей? Ну нафига ты, блин. Так, ну что же, мы с вами в магазине. Давай посмотрим, что нам здесь достанется. Опачки. Конечно же, я возьму, ребята, дополнительную жизнь. Погнали. Так, тихо, чуть было не спрыгнул в огонь. Ну что, где ты там, олух? Хоу-хоу-хоу. Сейчас тебе будет хоу-хоу-хоу. Так, что он там? Ой, напругу начинает, да? Ладно, с напругой мы с тобой, думаю, справимся. Отлично. Так, давай перегрев. Что он будет делать? Понял. Упс, все-таки задел, да? Все-таки он меня задел. Что-то он, главное, сразу начинает с этой фигни. Я думал, это будет как бы на фазе 2, но ничего подобного. На него это не распространяется. Так, а перегрев-то у тебя будет, братишка? Вот он перегревается. Так, давай попробуем суперударом. Что-то как-то суперудар этот слабо ему наносит урон, если честно. Так, полетел он опять. Подарки? Подарки. Так, ладно, здесь все легко и просто. Отбегаем, уклоняемся. Лучше пускай он, ребят, подарки свои бомбит, чем на ускорение меня будет валить. Так, перегрев-то у тебя будет, парень? Куда он исчез? Понятно. Начинается, да, у него вот эти вот выкрутасы. Уходим. Еще. Вот так. Слушай, надо вот наверх просто вставать и уклоняться. И все, ребят, наверх встаешь. Он начинает вылетать. Так, перегрев у тебя должен быть, парень. Не надо мне тут. Ага. Давай попробуем еще раз супер атакой. Куда ты пошел? Поднимается он мне. Блин, вот это было тупо сейчас сделано. Зачем надо было наверх прыгать? Так, опять подарки у тебя или что? Да, опять подарки. Начинает, короче, куролесить. Ну, успокойся ты уже. Давай, Робоклаус, завязывай. Ой, напруга. Все? Или ты еще будешь... Нет, ребят, перегрев. У него перегрев. На тебе. Так, ну что, половину хп мы ему уже оставили. Остается совсем чуть-чуть с ним побороться, и, наверное, мы выиграем. Подарки начинает бомбить. Так, ладно, это терпимо. Пускай тут хоть забросается этими подарками своими, и я от них все равно смогу уклониться. Перегревчик-то бу... Так, аккуратно. Упс, не тут-то было, да, парень? Упс, опять я его наколол. Давай еще.
Опачки, как у меня по красоте получается все. Так, вылетает. Ну, все, перегревчик получил, да? Ой, суперударом. Бомбим, бомбим, бомбим. Ну что, ребят, еще, наверное, стычки две, да, и он будет уже повержен. Подарки. Короче, у него начинается с подарков, его бзик. Сам по себе босс, я смотрю, ничего сложного не представляет. Надо просто разобраться, как его бомбить, и все. И дело, как говорится, в шляпе. Так, он побросает подарок, сейчас, наверное, будет летать. Ага, так и есть. Так, срочно сюда. Просто подпрыгиваешь наверх, на самый. Ну и отсюда, как говорится, просто уклоняешься, и все, ребят. Ничего абсолютно сложного нету. Но ведь поначалу я этого не знал, поэтому и сфейлился. Так, у него пошел перегрев, я готовлю свой суперудар и начинаю его. Ну да, друзья мои, еще одну стычку мы с ним проводим. И все, отправляем его. Тихо, главное не поджечь самого себя. У него внизу, видишь, вот эта турбина. Блин! Вот эта турбина может как раз себя подпалить. Так что надо быть аккуратным. Но, тем не менее, у нас с тобой есть еще пробирка, которая восполняет нам все здоровье. Нам, я думаю, этот босс абсолютно не страшен на данном этапе. А, напруга. От напруги тоже, ребята, легко и просто уворачиваться. Ничего сложного. Так, тихо, он... А, нет, у него перегрев. Ну чё, парень, давай. Изи. Ну. Так, а он сматывается. Сейчас упадет, наверное, нет? Что-то выронил. А, он выронил пульт от робота. Ну, естественно, на вертолете сматывается. Так. Крестьянин сейчас нажмет, наверное, на кнопку, да, и робоклаус станет прежним. Добрым. Что-то не работает кнопочка-то, да? Сейчас еще меня обвинят в том, что я его сломал. На-на-на! Очухивайся, типа, да? Вот! Вот это по-нашему. Ну что же, праздник продолжается, я так понимаю. Ну и получается, что мы с тобой прошли студеные равнины. Так, продолжить, давай глянем. Да, ребята, мы с вами прошли. Ну и остается нам дальше проходить. Так, а я не могу, что ли? Могу. Нам остается дальше проходить зону страха. Свою же налево. Блин, а я до сих пор не могу здесь ничего сделать. Слушай, вот интересно, они говорят, собери все звезды. Как их собрать? Сколько я вот здесь собрал звезд? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Вот что это? Вот где вот мне их брать? Что за звезды? Хо-хо-хо, собери все звезды на студенных равнинах и получите костюм Санта-Клауса. А где я его должен собрать? Где эти звезды? Я вот нашел по одной звезде и все. На этом больше ничего нету. Так, друзья мои, пошел я на режим выживания. Только что прошел вот этот вот. И хочу пройти пятую башню. Давай попробуем, вдруг у нас что-нибудь получится. Так, предметы, предметы пока никакие брать не хочу. Я уже набил себе немножко жетонов. Давай смотреть. Да иди ты. Так, готов. Так, мыши летучие, зачем они нам тут не нужны? И даром, как говорится. Пошел отсюда прочь. Так, ну сам понимаешь, это первый пока уровень. Он довольно легким должен быть. Хотя не всегда первые уровни легкие. Так, ну что, у нас с тобой минута времени еще есть. Так что пока на расслабоне играем. Напряженки я никакой не чувствую. Да хорош ты. Так, тут уже дроны появляются. Ладно, с ними будет разговор короткий. Прыгайте сюда, девочки. Так, от дрона убегаем, потому что он может нас электричеством прижучить, а мне это не нужно. Готов. Так, этих отправляем в кислоту, по возможности. Давай, давай, давай. Не стесняйтесь, в болото все прыгайте. Все, ребята. Один из пяти пройдено, собираем свои деньги, и всего 50 монет у нас. Может быть, если мы с тобой накопим достаточное количество всяких бонусов, может, пройдем то испытание.
которая мне не подвластна. Ну, давай яблоко возьмем. И вперед. Ну, где вы там? Блин, приходится вот так вот. Опа, опа, опачки. Правильно, туда их всех. В огонь. Туда лети, откуда пришла. Так, вот самое обидное. Опа, собачки. С собачками лучше не шутим. Естественно, отбиваемся. Так, время. Меня больше интересует вопрос времени. О, там еще и автоматчик. Ну, он сам ко мне прыгнул. Отлично, ребята. Ну что, добиваем этих говняков мелких. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, не надо. Так, попрыгун, иди сюда. Так, разобрались. Двигаемся с тобой дальше наверх. Сколько? 32 секунды времени. Слушай, этот уровень чем-то мне напоминает предыдущий. Опа! Стопэ, тут опасно. Тут очень много стрелков. Так, вырубаем их. Ну иди сюда. Давай, 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 попрыгунчики. Все ко мне сюда. У меня главное, чтобы времени хватило. Остальное не интересует. Так, это последний, по ходу дела, да? Это у нас последний, да, ребята, мы их подбили. Единственная проблема — это с ХП. С ХП здоровится, конечно, у нас маловато. Я не знаю, если нам дадут на выбор какую-нибудь там кашу или еще что-нибудь. Или мясо, естественно, будем брать. Так. Мид. Давай потратим это Мидаса. Фигли от него толку, ребят, никакого, да? Что, оно у нас там лежит, залеживается. Да уйди ты, шмальнуй. Так, ножик я нашел. Нашел ножик, отлично. Так, уходим, пускай они сюда ко мне уже прыгают сами. Ох, ё-моё, я не... Блин, все мелькает, все. Это касание Мидаса, оно мне только во вред идет, потому что все моргает, и я как бы не успеваю, ребят, обсмотреть. А мне еще один удар, и все, и мне хана, да? То есть, единственный плюс, который я вижу, это то, что мы с тобой нафармили немножко голды. И все. И больше ничего я в этом прекрасно не вижу. Но, тем не менее, 35 пройдено. И 371 монетку у нас. То есть я смогу себе, ну, действительно что-то приобрести. Только вот что. Так, два гема мы с тобой забираем. Курица. Но курица не так уж много здоровья восстанавливает, если честно. И что, вы предлагаете, чтобы я вот здесь вот стоял и оборонялся? А другого варианта все равно нету. Давай, 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 давай. Отлично. Тебя тоже, хлюпик, завалим. Блин, с двух сторон. Так, тихо, тихо, сейчас разобрался, да, с ними? 56 секунд. Тут еще особо сильно не попрыгаешь, потому что шипы, надо быть очень-очень аккуратным. Дайте мне еды-то хоть какой-нибудь, а? Автомат они мне дали. Это не то, что я хотел. Вот, перекусил курицы. Погоди-ка, а где остальные-то враги? Неужели они здесь внизу? Понятно. Прям на шипы мы его. Так, давай наверх. И вот здесь уже будем разбираться. Ну, конечно, им тут проще. Так, давай на шипы. Ну все, слава богу, как видишь, разобрался. Вот опять же проблема с ХП. Очень мало. А у нас с тобой, получается, еще один уровень, да, нужно пройти будет. Да, еще один уровень. И не хватает. Всего лишь 10 монет не хватает, чтобы взять фул ХП себе. Ну, ты представляешь, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у меня есть, конечно, автоматик. Блин. Да что? Вы так специально дождь сделали, чтобы я нифига тут не видел? Я вообще не вижу, что тут происходит, ребят. Льет как из ведра, ничего не могу разобрать. Ладно, предположим, пока я с этими разбираюсь здесь на изи. Никто мне здесь не мешает, все хорошо. Времечко я тут набил себе достаточно. Тихо! Чуть было не сфейлился. Офигеть. Но ливень очень сильный. Прямо в глазах все мельтешит.
Так, ладно, минута еще есть. У нас с тобой три гранатомета, да? Три выстрела и куча нерадивых злодеев. Да, о, курочку хотя бы взяли. Ох, ё-моё, я и не видел. Что у нас здесь с тобой такое вот происходит? Да на тебе, дострелялся, паршивец все-таки. Ой, они просто из ниоткуда берут и появляются. Из кустов, что ли, вылазят? Ну ведь согласись, что мы уже с тобой вот это уже видели. Конечно, видели. Так, мышь это летучая чертова. Сейчас, как по мне, звезда нет. И мало мне не покажется. Ну дай ты, дай. Есть, арена 5 из 5 пройдена. Ну и слава богу, друзья мои. Фух, получилось у меня. Удачно все вышло. Так, ну что же, мы с тобой получаем награду большую. Здесь у нас 5 самоцветов. Слушай, а я ведь набил себе жетонов, по-моему. Или не набил? Давай-ка мы зайдем в костюм-машину, кстати, и посмотрим. Да, у меня 3 жетона есть, поэтому можно попробовать. Так, я получил больше времени. Это хорошо. Талон на костюм. Костюм петуха. Попробовать, мне говорят. И защитный экран. Мне бы лучше бы, конечно, получить берсерка. Вот это было бы круто. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, еще попробуем с вами на выживании пройти вот этот вот, вот эту стадию. Поехали. Ну, не пройдем, так не пройдем. Что поделаешь. На нет и сюда нет, как говорится. Поехали, вперед. Ну, где вы там? Вот они. Ох ты. Ё-моё, тут собак-то, смотри сколько. Дай-ка я с ними сейчас разберусь. Псина, прыгай. Нет, так дело не пойдет. Так, не дадут запрыгнуть сюда наверх, дали. И хорошо, что дали. Будем с ними тут разбираться. Псы еще те вреднюки. Так, нормуль. Отбиваемся. А, ну, прыгает, да? Прыгает ко мне сами, и это хорошо. Иди отсюда. Так, подбили. У нас курочка, все дела. Так, внизу новые противники появились. Стрелки. Что меня совсем не радует. Блин, а внизу еще и этот, командос, или как его назвать-то, даже не знаю. Назовем его командос. Вот он, нет. Этого-то мы бомбанем, а вот с этим... Слушай, а если в кислоту только его? Да. Кислота свое дело сделала. Мы его поджарили, и первая стадия пройдена. Слушай, а если мы с тобой будем проходить вот эти испытания, мы можем с тобой прокачаться. Обалдеть как. И прокачать свои суперудары. Согласись, это будет превосходно. Так, ну что, возьмем. А нам курица не нужна. Нам курица не нужна, потому что у нас с тобой полное здоровье. Так, давай его в кислоту тоже бросим, чтоб ему было неповадно. Вообще, я считаю, самый оптимальный вариант. Ах ты, мышь! Летучая. Вонючка, из-за нее все, ребят. Из-за нее я потратил немножечко хп. Вот я говорю, вот здесь, когда есть вариант, да, такой вот, в кислоту, лучше, конечно, применять именно удар этот, чтобы они сразу же там погибали. Вот так вот их, хоп, туда, и все. Потому что если ты будешь с ними здесь вот так драться, это, опа, это очень чревато, видел сам. Результат, как говорится, показал себя по полной программе. Так, кислоту. Ну, эти, я смотрю, не особо любят прыгать. Они такие приземистые ребята. Но, тем не менее, 2 из 5 довольно легко. Вообще никакого сопротивления здесь не было. Ну что же, мы переходим с тобой на третью миссию. Так, брать мы с тобой, наверное, ничего не будем. Брать мы с тобой ничего не будем. Поехали, у нас с тобой... А, можно было яблоко взять. Да, я яблоко-то не взял. И это зря, наверное.
Вот эти вот раздражают меня. Ладно, я не буду, наверное, здесь с ними. Или будем? Как всегда, их тут целая орда, блин. Просто так себе дороже, ребят, если честно. Пойдем-ка мы... Оу-оу-оу. Пойдем-ка мы лучше вот сюда встанем и здесь уже начнем их наказывать. Так, во много быстрее, во-первых, да, и безопаснее. Так, отлично. Иди отсюда. Там как раз и прыгуны, и вот эти вот стрелки у нас. Все они тут есть. Нам с ними так вот намного проще разобраться. Все, готовы. Со здоровьем, конечно, большущие, большущие проблемы. Может быть, нам где-нибудь... Да, нам дали перекусить. Здесь главное не напороться. Ну, дождя нету. Никакого ливня отвлекающего. И поэтому все будет хорошо. Но не забывай, что здесь будет наверняка команда с этот. Ах ты! Естественно, надо отходить, ребят, потому что если они тебя... Блин, мне жалко, нету ничего, а? Уходим. Все, получили? Блин, все, что здоровье у меня было, все потратил. Где этот командос? Вот он. А ведь я говорил, что он будет. Потому что, ну, практически одинаковые уровни. Так, что, еще не все? Но главное прошли, и теперь вопрос заключается в том, чтобы нам восстановить с тобой все здоровье. Потому что это третья арена, еще две впереди. Как бы мне восстановить его? Дадут что-нибудь? Яблоко всего лишь. Какое-то яблоко. Давай тогда возьмем с тобой броню, чтобы как-то выжить нам. Чтобы нам как-то выжить с тобой. Да ну. Такого быть не может, чтобы они меня тут, видите ли, опережали по атаке. Не-не-не. Родная моя, отдуплись. Ать! Да что ж ты будешь делать-то, а? Чё они меня так втыкают-то? Не должно быть такого. В крайней мере, раньше они прыгали в одну точку. Сейчас они вообще, вон, в разнобойку. Куда хотят, туда и прыгают. И это не нормально. И это не нормально. Давай, разбомбили. Так, здесь справились. Что, остаются вот эти вот двое внизу, что ли? Ну да. Ладно, хорошо, что здесь нам повезло. Мы быстро расправились. Нам нужно здоровье восполнить. Если бы не эта защита, я бы уже давно-давно здесь отдуплился бы. Так, получаем 5 гемов. Слушай, мы за каждое прохождение получаем 10 гемов. Только лишь яблоко. Ну, молодцы, конечно. Только лишь яблоко они не дали. Ну что, стоим с тобой здесь. Они сейчас будут ко мне сами. Опа! Немножко не по плану все пошло. Так, минус один. Упс. Нет, не минус. Он еще жив. Так, тут псарня у нас, да, начинается. Так, минус пес. Минус второй. И минус третий. Так, эти тоже должны ко мне сюда сами подпрыгивать. Как говорится, отхватывать. А вот и стрелок. Так, собираем, конечно же, с тобой время. Контакт, как говорится, есть. Так, тихо, стрелок идет. Ну-ну-ну-ну, успокойся. Типа в воздухе перезарядила обойма, да? Не тут-то было. Да ё-моё. Ладно. Раз такая петрушка падет, мы тоже будем с тобой отбиваться. Так, этих... Вот так вот двойными атаками. Хоп-хоп. Ну давай, иди сюда. Еще один тут у нас стрелок. Нет-нет-нет, уже замах делал, понимаешь? Уже хотел звездануть. Нам в любом случае с тобой надо идти наверх. Нам не отсидеться в одной, так сказать, точке. В плане. Да что ж... Готов? Готов. Ну дайте мне хоть что-нибудь, какую-нибудь курицу, я не знаю, какую-нибудь вкусняшку, может быть здесь что-нибудь есть.
Спасибо большое. Ну вот, вот уже совсем другое дело. Вот этой курочки мне как раз и не хватало. Ну вот, восстановили с тобой большую часть здоровья. Ну что, переходим с тобой на последний бой. Надеюсь, у нас все с тобой получится. Мы получим большой сундук. А, это и был последний бой. Еще 5 самоцветов. Подожди-ка, сколько мы вообще с тобой самоцветов насобирали? 44! Слушай, так там есть смысл с тобой пройти еще одно испытание, да? И что? И мы получим... Да, и мы получим с тобой 50 гемов. А за 50 гемов мы сможем себе прокачать что-нибудь. Так, а в костюм машины у нас ничегошеньки нету, да? Слушай, у нас же есть новые костюмы. Давай хотя бы посмотрим, что они обозначают. Так, давай-ка мы глянем с тобой по-быренькому. У нас из нового появилось что? Вот этот вот петуха костюм. Чуть что, сразу в драку. Так, где твой костюм? Бонус 10% к выпадению золота. Здесь бонус 50% к максимальному здоровью. Кстати, у нас... Ага, к сопротивлению урона. Так это вроде бы костюм ниндзя, да? Если я не ошибаюсь. Подожди, с какого перепуга ты таким стал? Я не хотел таким тебя делать, эй. Давай мой стандартный костюмчик, где он? Вот. Вот. Так, здесь мы берем перчатки. В защите от огня. От электричества защита, да? К защите от огня. Ладно, я оставляю своего ниндзю, как он и должен был выглядеть. И поехали на выживание. Еще одну попробуем пробежаться. Вдруг получится. А если получится, соответственно, у нас будет достаточное количество гемов, и я смогу себе сделать суперудар. Я готов. Йоу. Разлет полетов. Тихо. А, стрелок, это обычный. Он не страшен. Так. Ну давай, прыгайте сюда. Ой, ты... Блин, да ты развернуться-то можешь или нет? Дэн, ну давай, прыгай. Тоже мне тут Splinter Cell нашлись. Дай-ка я с этим разберусь. Оу. Дроны. И не только дроны. Давай, 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 дожимаем, Слушай, довольно быстро и легко. Забираем монетки. Дай жрачку мне. Сердечко там было. Ну что, арена 1 из 5 пройдена. Переходим на следующую. Так, у нас с тобой 5 гемов выпадает. Бонусы. Больше времени я все-таки это оставлю уже на потом. Оу, 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 кто это там строчит? Тихо, я не понял. Ах ты, гадюка паршивая. Что вытворил, а? Так, автоматик у нас с вами появился. Блин, стрелки это плохо. Надо от них вообще избавляться, по идее, сразу же. От этих стрелков. Иначе они тут такого шороху дадут. Так, минус. Ну давай, 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 прыгай сюда, прыгай там еле-еле. Ну кто еще там из вас хочет получить от меня звездюльку? Вы что ли там прыгаете? Не можете ничего сделать? На шипы, конечно же, всех на шипики. Эти не прыгают, да? Не хотят. Псарня пошла. Пошла, друзья мои, псарня. Так, а мы курочку с тобой перекусили сейчас только что. Иди ты. Пускай они идут ко мне. Я даже ушами не пошевелю, чтобы что-то здесь сделать. Есть. 2 из 5. Слушай, ну здесь вот довольно легко, особенно внизу, если стоять. И врагов можно просто вот на эти шипы отправлять. Согласись, изи. Так, ладно, мы с тобой прошли этот уровень. Получаем еще 5 самоцветов. Не 5, а 2. 5 это в конце мы получим. И тут мы можем с тобой приобрести сюрики. Ну давай возьмем сюрикены, а что? Как говорится, добру пропадать. Так, тихо, тихо. Тут уже замашечки уже свои начинает. Так, отходим. Блин. Ах ты,
На тогда. Как их поймать тяжело? Как... О, тут что-то у нас есть. Их поймать тяжело именно когда они, ребята, бьют. Вот они крутятся, потом начинают бить. В этот момент проблематично. Оу, что это? Это ты, что ли, тут? Нет. Это вот это вот. И Кимора болотная. Выявилась тут, понимаешь ли. Так, это дополнительное время. Да ты развернешься или нет? Блин, вот что-то отворачивается и не хочет. Так, тихо, подожди, вот это надо бомбануть. Вот так вот. Да их тут, блин, целые кучи. Окей, окей. Давай, последний, прыгай сюда. С временем какая-то проблема. Так, давай-ка мы с тобой вот этого сейчас попробуем. Попробовали, блин. Ну, у нас со здоровьем, конечно, опять беда. Ой, беда, беда, огорчение, ё-моё. Надеюсь, у нас хватит денег хотя бы на курочку. Хотя бы на что-нибудь, а? Или нет? Пожалуйста, дайте мне что-нибудь вкусненькое. Яблоко. Ну, за неимением, блин, приходится, ребята, и яблоко, как говорится, хавать. Вот она. Злейший враг. Опа! Так, сматываться надо. Зелье воскрешения у меня, оказывается, было. Слушай, ну это слава богу, что оно было. Но Дэн-то у нас слабее, чем мой-то персонаж. Да хорош, блин! Ты просто посмотри, сколько здесь этих врагов, которые именно могут стрелять. Тут буду стоять. Ага, постоишь там. Не там, там, так там бомбанут. Блин, неохота просто начинать все заново. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Давай-давай, отлично. Времени есть. Так, окей. Главное уворачиваться вовремя. Так. Хорошо. Отлично. Ну давай, иди сюда, карга старая. Да неужели справились? Чудом, чудом, конечно, тут нам повезло. Денчик не подкачал, все отлично. Но зелье воскрешения мы с тобой потратили, к сожалению. И нам остается пройти еще одно испытание. Яблочко дают. Одно испытание. Так, тут еще и мыши эти летучие. Ладно, давай начнем с мышей, наверное. Ну давай, летай ты уже там. Ой-ой-ой, ничего себе. А где остальные враги? В огонь, что ли, хочешь? Иди в огонь. Ё-моё, не увидел, ребята, что там этот стрелок находится. Пускай идет сюда ко мне. Прыгай. А он не хочет, прикинь. Блин, тут очень опасно. Твою же налево, как быть? Эй! Сейчас меня тут зажмут, вот и все. Так, офигеть. Тут просто без вариантов, ребят. Ну это жесть, смотри, тут сколько дронов, сколько всего. Сколько я заработал? 52 гема. То есть мне остается получить всего лишь единицу дуг. Но это мне придется все заново начинать. А я хочу прокачать что? В прыжке. Мне нужен удар, друзья мои, именно в прыжке. Так, где он? Вот этот, по-моему, да? Верхний пинок. Верхний пинок, а это лучший апперкот. Да, верхний пинок мы с тобой изучаем. Потому что я все время прыгаю вот так вот. То вверх, то вниз. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть DNZ Man. Всем пока и удачи.